か。で、今回のですね、戦いについてどのように感じているのかというのをお聞きしたいんですけれども、しばらくはサンボ選手権の方でサンボチャンピオンとしてやられていたと思うので、 MMA からは随分離れていたと思います。そこで今回このような形で参加してきて、 MMA とサンボの間でどういった違いがあるというふうに感じになったのか、今どういうふうに思っているのかというのをお聞かせください。Во-первых, поздравляю от меня тоже, конечно, с победой. И очень хороший был матч, мне очень понравился. Но мне кажется, что вы немножко далеко находился от турниров ММА. Вы же были всегда вот, чемпионом самбо, вы, основная деятельность у вас была в самбо. Какая разница между значит, турниров в рамках ММА и самбо? И вы давно не участвовали в таком турнире, но вы выглядели как будто очень-очень были готовы. Как вы сейчас идете дальше? Также спасибо за поздравления. И надо, Ивай но Котобао, спасибо за ягоды. Да, я долгое время на печатателе не выступал по ММА. Я сильно начал заниматься боем самбо, так как это наш истинный исконно русский вид спорта, и мне, как бы сказать, хотелось немножко в него вложиться душой и сердцем, немножко нести частицу в наш вид спорта. То, что не выступал давно, я начал выступать с 18 лет по смешанным боевым единоборствам по ММА и провел относительно для своего возраста нормально боев, но психологически я решил немножко завязать, потому что как понял, что рано меня начали выставлять по боям. И сейчас я чувствую себя отлично, я вышел на бой полностью готовым, полностью видел весь бой, и я готов продолжать в том, что я как бы начал снова. それからご指摘の通り、私はサンボの方を一生懸命やっておりまして、コンバットサンボを頑張ってやってまいりました。で、 MMA からはしばらく遠ざかっていたわけなんですけれども、コンバットサンボはサンボは皆さんご存知のようにロシア のスポーツですので、ぜひロシアの スポーツということでその精神を極めたいと思ってサンボを一生懸命やってまいりました。で、ただかなりの極みに達したと私は思っておりまして、実はその前にその他の格闘技について少し早めにやめてしまったような気がしてたところです。精神的にまたその他の三本以外のファイトに立ち返ってやりたいということを思ってたわけですが、今回は非常に調子も良かったし、私も非常に準備がよくできたと思っています。そういうわけで今日は最高の気分です。できたらこれからも続けていきたいと思っています。